Вот так называется. Сделаю себе хороший спуск к водичке. И очень такие предприимчивые, хитрожопые дорожные строители на охеренных КАМАЗах решили, что им тут легко подъехать к воде. Разъебашили полностью нашу поляну. Вон там мы постоянно строим баню. Вот здесь стоит наш тент лагерный. Это спуск к реке, сейчас покажу. А получилась вот такая жопа, блин. Извиняюсь за выражение, блин. Это наша поляна называется. Пиздец, блин. Расхерачили всю в жопу, блин. Теперь тут надо роту солдат, чтобы все это выровнять. А что, они дорогу построили, им уже водичка была, косоль поднимать. Этими землеедельными машинами. Им насрать на все было. Спуск на поляну в говно просто весь. Эта дорога в говно. Ну и основной съезд. Пидорги, блять. Слов нет. Сволочи. Ну что, хоть спуск в воде остался. Мои ступенечки, камешки. Их потом лопаткой окультурю. А так, речка на месте хоть, и то хорошо. Остальное поправим. Закат. Трасса стоит. Завтра у нас будет соревнование. Соревнование по технике водного туризма. Однако. Будем собирать катамараны с ветрячка. И соревноваться. Это будет завтра. А сегодня, сейчас тут лопаткой немножко пошуружу. Поработаем, подровняем. Поставим лагерь. Посидим возле костра, потрендим с друзьями, а завтра будем соревноваться. Ничего. Главное, погода хорошая. Ничего, вернем свою полянку на ближайший вид. Надеюсь, больше никто сегодня не приедет, потому что дорогу уже построили. Чемпионату мира у нас как раз трасса Москва-Калининград, чтобы была красивая. Долго строить, строить, все модифицируют. Ну вот, из-за этого пострадала наша поляна. Ну ничего, переживем и такое. Объявляю соревнования открытыми. Ура! Ура! И поздравляю всех участников с открытием водного сезона. Ура! Ура! Для поднятия жизненного тонуса и для повышения спортивной составляющей мотивации. Многие, наверное, знают, я сейчас зачитаю приказ администрации городского округа город Калининград присвоить спортивные разряды по результатам участия в чемпионате по маршрутам. То есть в декабре мы провели первый в истории Калининградской области чемпионат в дисциплине маршрут. Хочу сказать, что судьи справились наши. Вот семинар, проведенный Балтийский маршрут на Куршской косе, прошел не зря. Вот, отловили некачественный выпуск на маршруте, ну не нашей группы с Карелии, отловили, скажем так, недобросовестное отношение к отчетам. Вот, три группы в результате были сняты. Зоркий глаз Соколиный Сокол Михаил Васильевич у нас там. Да. Как всегда нагадят. Вот, поэтому... Успешно прошел чемпионат, получили мы свое одобрение от Федерации спортивного туризма России, поздравили они нас с этим делом. Ну и вот по результатам этого у нас присвоены спортивные разряды. Второй спортивный разряд по спортивному туризму. Алхазов Автандил.
Я Ухазова Елена. Так, сейчас тебе буду. Я даю письмо. Да, вот это. И, по-моему, вот эта книжка. Текст. Потом проверим. Так, Литвякова Марина. Второй подлинный разряд. Литвякова Марина. Так, держи. Где-то тут еще у тебя дубликат судейской книжки. Какой-то из них. Я тебе выдам. Больше не теряй. Так, Завьялова Наталья. Марина, иди за маму. Завьялова Ольга. И за Ольгу. Да. А почему Марина нет? А Маринка с первой. Маринка с первой. Второй спортивный разряд. И третий спортивный разряд наши люди, которые не очень давно начали участвовать, очень рады, что они получили, выполнили норматив. Драбурина Ксения. Так, Савченко Анатолий. Тоже за него. Жаркевич Евгений. Савченко где? Вот это. Вот, Женя, держи. Так, держи. Так, и Константинов Женя. Он еще не приехал, да? Он вечером подойдет. Давайте. Так, это первая часть плюшек. Так, часть вторая плюшек. Вот они. Вторая часть плюшек. В связи с тем, что у нас наши самые ценные люди отсутствовали у нас на вечере. Мини-вечер, что-то мы так его не провели. Я хочу в торжественной обстановке поздравить, вручить самым лучшим людям нашего водного туризма. Ура! За вклад. Ну, спасибо. За вклад в развитие спортивного туризма Калининградской области. Юбилейная медаль. Памятная. Спасибо. И Виталик Лягузов, который исполнял свой долг на вечере. За посту. И не вышел. И был винагражден. Да, который выключает и дергает. Да, да. Ну, собственно, все. Ну, тогда вернемся с небес на землю, давайте. Значит, дистанцию. Вот начальник дистанции. Вам сейчас даст информацию по дистанции. Так, дистанция. Что хочу сказать. Условно она разбита на 4 части. Первая часть из двух ворот это стартовая. Вторая часть из 4 ворот это, ну, условно скажем, обратная, с обратными воротами. Третья часть это змейка. И четвертая часть, ну там ворота времени будут, ну то Суводинка и прочее. Короче, 4 блока. Между ними расстояние достаточно приличное. Будет где или погрябать, или отдохнуть. Вот. Значит, какие изюминки вы там поймете на дистанции, просто хочу предупредить, что очень важно при прохождении дистанции, вы должны, по идее, это знать, но просто повторю, чтобы у вас как бы меньше было помарок. Когда проходите ворота, судно должно выйти полностью, а потом только вы идете на другие. Когда будете идти по дистанции, вы поймете. Это я имею в виду 4-5 ворота. Будьте очень аккуратны. Там нужна ювелирная работа. Вот. Особенно привет. Да. Значит, что еще? По правилам у нас нет финишных ворот, у нас есть просто створ, финиш. Висят 2 красные вешки по берегам. То есть финиш не последние ворота, а вот эти вот натянут трос и 2 фишки на одном береге и на другом, полосатый красный. Вот там финиш. Ну, так что сейчас не бросайте весло после последних ворот. Схему сейчас повесим. Схему повесим. Сейчас вот она, что?
Нет, судьи не будут кричать. Но не, а зачем на это схеме судьи? Посмотрите. И... На схеме посмотрите, не там надо. Увидите все нарисовано. В расстоянии дистанции условно где-то 350 метров со всеми этими петельками. Вода хорошая. Купабельная. Да. Ну, больше, в принципе-то, и нечего говорить. Вы не первый раз знаете все. Так что... Ну, новичков воспитывайте сам, это не моя как бы забота. Моя забота, я буду стоять на финише, будет со мной рядом таймень, буду вылавливать ваших новичков. Или то, что они бросят. Вот. Только, скажем так, неправильно сказал. То, что у вас упадет с байдарки, я ловить не буду. Я буду ловить только ворота, которые вы сшибете. А ваше имущество вы спасаете сами. Рома вчера сказал по поводу конца, обязательно взять. У вас конца в положении все написано. Вот. Свой я не дам, потому что он мне необходим, так как я являюсь и спасателем в том числе. На финиш. То есть на свой не спасается обязательно, да? Ну да. А как? Оборудован, спас средствами. Подарки поддувами, катамаран спас концом. По идее. Что-то должно быть на самое. Ну то есть, если нет, то ничего страшного. А нам уже не устраивает. Так, по дистанции вопросы есть? Порядок старта, кто как идет. Жеребьевка. По жеребьевке. Нет, я имею в виду мужские, смешанные, четверки. По положению. Так как команд мало, скорее всего, пропустим всех сразу. Правильно. Одновременно не, старт. Нельзя, нельзя, мои не приехали. Мои не приехали, нельзя. Всех сразу нельзя. Кто первый? Расписание будет на доске. А где будет доска? И написано в положении, надо было читать. Все, отстань. Ты все равно не участвуешь. Не верю, так я поучаствую хоть на старте. Ты вообще что не сделаешь? Иди в баню делай. Есть отвлекай, иди делай. Уже вижу. Иди в баню. Иди сюда, судьи. Сейчас мы тебя сошлем. Так, вопросы по дистанции есть еще? Есть. Хорошо. Схема будет там, там вот здесь будет. Так, теперь у меня, значит, такое еще, это самое крутое. Команды, судей сюда. Судей сюда. Так, судьи. Что-то маловато. Так, раз, да, уйти. Построение не закончится. Да, куда ты лопнешь? Девушка, я под фамилию. Покой. Дистанция вон. Так, это все, что ли, у нас? Дас, 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 дас. Так, ладно, Мил, выбирай судьи потом. Давай, я сейчас жеребьев. Да. Так, судьи, вот Милен Юзеповне. Так, судьи к Милен Юзеповне. Так, а представители команды на жеребьев? Представители команды или представители экипажа на жеребьев? На жеребьев. Так, так, мужские. Танечка, иди сюда. 8? Чуриев, Соловьев. Я. Тяну, ныряй. 6. Стоять. Боюсь. 106-й забираешь. Сейчас будешь выдавать. Издаешь постановление. Так, Булатов, Мифтахов. 13-й, Леха. Соловей. 104-й ему. 104-й. Сюда, выдаешь. Выдаешь, 104-й. Учитесь, учитесь. Так, Мелиховец Жаркевич. Соловей. Первый. 101. Так, Жаркевичу первому. Так, Кретинин, Кретинин. Волнуется. Пятый. 105. Перед нами. 105. Так, Кетухин, Киселев. Лапян, Лебедев. 108. Так, кто еще? Иванов, Рягузов. Занюк.
сами за тебя вытянули. Кто третий? Шарик мне. Шарик, и Шарик тебе еще. Так, Буланенков Сарычев, 102-й. Ну там уже тянуть второй, нечего, а там один остался. Давай, пусть проверит. Пусть проверит. Не обманули. Это самое. А не за какой? 102-й. Да, не за честность. 102-й. Мне даже не дали право выбора, не дали. Да. Не дали руку засунуть. Так, катамараны четверки. Китухин, Иваскевич, Киселев, Яцук. Второй, третий. Два. А там еще было выбирать. Первый уже заняли, осталось второй, третий. А что, 8 экипажей? Мифтахов, Булатов, Мелиховец, Жаркевич. Кто у вас тянет? Он несчастливый, все время единицы тянет. Давай другого. Он будет тренироваться. Один. Нет. Какой? 5. Кретинин, Очнев и Булатова, Попов. Еще раз. Что такое? 403. Завьялов, Тараборина, Чуреев, Соловьев. Богостанин. 404. Туманов, Круглов, Кретинин, Роман, Баран. Кретинин, Роман? А, Баран. Да. Сюда. 401. Олег. Лапян, Лебедев, Сарычев, Буланенко. Удостоверение. Шестой. Так, один шестерку выкидывай. Шестерку выкидывай. Так, катамараны смешанные. Матвеев, Жидкова. Подожди. Давай. Точно? Давай. Да. Я контролирую. Синий. Первый. Дима. Какой? 301. Давай, ну. Маринка не выйдет. Завьялов, Тараборина. Второй. Чтобы не мешать номера, да? Пятый. Последний. Так, Ермолюк, Ермолюк. Пятый. А что он дал? Где? Третий. Так, Малютина, Очник. Первый номер. Шарик, Таня. Так, Михеенко, Попов. Михеенко, Попов. Тут один остался. Синий. Обязала. Так, номера не теряем. Команду слышали?